практика была где-то с мая по ноябрь. Жили в палатках, в горах работа у нас была. И вот сначала меня назначили вторым помощником наблюдателя. Я ездила, измеряла центрирование, редукцию, работала или на бричке, или верхом на лошади, с инструментами уезжала туда. Всегда с тобой синий морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой белой каюмкой волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнь.